Ассаламу алейкум! Всем привет! Сегодня будем готовить 2 бисквитных рулета. Для этого нам понадобится 9 яиц. 9 яиц. И 300 грамм сахара. Вот в таком стаканчике у меня поместилось. 300 грамм. Теперь будем все взбивать минут 5. Вот, девочки, наши яйца уже сбились до нужной консистенции. Теперь будем вводить потихоньку муку и перемешивать. Муки нам понадобится 160 грамм и 1 чайная ложка разрыхлителя. Потихоньку вводим муку. У меня вот такой большой венчик. И вот снизу вверх будем все перемешивать, обогащая нашу массу кислородом. Девочки, противень у меня большая, как вы видите. Как раз получается на 2 рулета. Все. Потихоньку вливаем наш бисквит. И равномерно распределяем. Все, девочки, я его уже выровняла. Теперь я его ставлю в духовку на 200 градусов на минут 15-20. Девочки, тут у меня 2 стакана сливок. Я добавлю туда 3 столовые ложки сахарной. Даже 3. 2 с горкой столовой ложки. Девочки, тут у меня 2 стакана сливок. И 2 столовые ложки сахарной пудры. Я это буду сейчас взбивать в пышную пену. Это будет крем. Все, бисквит готов. Дадим ему остыть. Сейчас я его переверну и дам ему остыть. Он еще горячий, его нужно завернуть в такой рулетик. В таком виде дать ему остыть. Минут 10. Бисквит наш уже остыл. Теперь я его пропитаю сиропом. Сироп у меня из сока малины и 2 столовые ложки сахара и кипяток. Пропитывать его нужно обязательно. Если не пропитать, он будет сухой. А если вы его пропитаете, он будет мягкий и нежный. Теперь присыпаем к сливкам. Смазала я его уже сливками. Теперь буду ложить малину и чернику. Вот, девочки, внутренний мир моего рулета. Вот так вот он выглядит. Малина у меня была замороженная, но свежая. Свежая малина замороженная и черника. Девочки, я решила украсить так. Вы украшаете так, как вы хотите. Девочки, вот и приготовился мой первый рулет.
Вот такой красивый он получился. Ягодный рулетик. Смотрите. Теперь буду собирать второй рулет. У него начинка будет вареная гушенка и сливки. Вот, девочки, смазала я наш бисквит вареный с гушенкой. Теперь буду его собирать. Девочки, все, рулеты наши приготовились. Вот такие красивые, вкусные они получились. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!